Такие моменты жизни не пропускаются, они бывают... Дубль номер 2, я достаю. Они не часто бывают, хочется, чтобы каждый день... Заметь, здравствуй, Сережечка! Привет, Ростин, братишка! Это мне? Да как же это? Оооо! Это ты! Супер! Это ты! Знаешь. Это я в детстве или я в будущем? Так подожди, как же его зовут? Скажите, это... как его зовут? А, ту-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 ре! И! Класс! А, решек! Так это что у него в руках? Скейт? Это доска. Бот, доска? Доска. Без роликов. Это все нулячи. Серфингист. Серфингист. В окулярах. Это окуляр. Я показал. Окуляры двигаются. Я показал Субчинское. Она говорит, это же орех. Да? Так вон оно там на пляже загоряет. И ножки, и пальцы. А ну подержи еще, я хочу продемонстрировать так на солнышке. Блин, тема. И блин, шорты да? Мои красные. Красные, да. Все мое. Спасатель копировано. Мой. Но какое-то имя есть у этого гномика, да? Какое-то имя есть. Благодарю, Сереженька. Этот подарок займет ведущее место в моей коллекции. Конечно. Ну ты знаешь, я же тоже не могу так просто принимать подарки. Ну, такие еще, такие ценные. И я не с пустыми руками. Я знал, что ты придешь. Я подготовился так же. Так, пупсика мы поставим на видное место, конечно. Сейчас посмотрим твою реакцию. Но первый, у меня их два даже, два. Вот первый, это... Это киношка. Это еще пока не киношка. Спорт, здоровье, образование. Это супер фото, да, вот так, чтобы было видно солнышко. О, вот так будет лучше на фоне пляжа нашего. Это видеодиск тоже так, высокого качества, 2300 фотографий, да. А ты что? Ну, может, да, фотография такое. А вот Гойко Митич. А ты что, блин, индейцы? Индейцы наши, краснокожие. Краснокожие. 4 в 1, Оцеола, правая рука, Чингачгук, большой змей. Гойко Митич это не ГДРовский актер, да? Это югославский. Серб. Серб? Серб? Серб. Ты знаешь, я знаю, ты в фильмах подкованный парень. Не только в фильмах. Не только в фильмах. В фильмах. А ну я сейчас... Ну какой ты веселый. И вот тут все расписано. И ты посмотри, диски там, чтобы были, а то вдруг там орешек. А кто-то мне коробки подарит. Что-то придумал. Гайка Митич. Да, Гайка Митич. Ай, как они щипаются. Я все протер. А это а тут фото... Фото, спорт, образование. Это ты уже посмотришь, скажешь потом. А, ну не порнуха. Ну, без этого как? Обовязково, чуть-чуть. Ну, тогда, да, да. Чуть-чуть порно. Ну, об этом мы громко не говорим для прессы. Ну, это на фоне происходящего, это вообще конечно. Мелочь, капли. Благодарю тебе, Сереженька. Пакетик для пупсика. Пупсика да, да, да. Пакетик для пупсика. Как его? Вот так лучше? Я сейчас его упакую. Ножками. Не, ну нравится ли? Да ты шо, прелесть. Ты что? Такой панкуша. И спортсмен, да. И окуляры такой. Скейтбордик. Эмблемка. Класс. Зовут, да. С какого-то мультика, наверное, да? Это фирмо, не у тебя китай. Там тоже косичка, тоже да, так? Да, мультик. А все. Это не китайский чувак. Да, я вижу, что фирма. Вот тут Диснейленд. Made in England. England? Настоящая, да. Это с какого-то мультика. Я там еще ну, да, ты посмотрю. Почухай там все расписано. Благодарю тебя. Вот, видишь? Я купил день рождения продолжается. День рождения, да? А я чувствую, что давно ты подготовил. Давно он у меня уже месяц лежит. Ага, и пакетик такой и интересный. Пакетик просто такой, сказка. Да. Просто сказка. Колготка, носочки. Все, на здоровье. Благодарю, Сереженька. Супер. Вот чтоб каждый день рождения продолжается. Да, у меня да, уже да. Какое 28 сегодня. И впереди еще ну, подарки будут и будут. Класс, да, Сережка? Ну, тогда... у тебя плавают. Да тут все, нет, и рыба нет, сегодня рыба есть. Есть, есть, давай я тебе покажу это уже заодно и рыбу. Вот такой ты, я в травку, чтобы она... Бочки. Вот такой сомик, раз. Сомик, блин, ну что ж ты его маленького такого? А почему это маленький? Это уже большой. Да пусть он вырастет. Это уже большой. Их не выпускают, потому что рыба почему? Сорная. Кстати, кто сорная? Пишет... Да, кто пишет, говорит, что эти самые штраф... Не, эти...
эти не штрафуются, их наоборот рады, что ловятся, и надо еще премию. А, вылавливать их. Еще премию жду, да, от рыбхоза, чтобы мне выплатили, что я их ловлю и не выпускаю обратно. Хорошо. Они кушают икру. Да, они негативно влияют на природные ресурсы. На природный баланс. Баланс, да, Вишенского озера. Ага. Возможно, так. Но такая версия мнения есть, я с ней согласен, что рыба такая зеленого цвета. Это вот эти вот сомики, которые потом в сомов превращаются. Нет, это не вот это эти. У них вот колючки, они сильно не растут, они вот такие... Мелкие, да? Необычные, да, на вид страшненькие, они... Где-то завелись они? Не совсем сомы. Это американские или канальные сомы называются. Угу. А завелись они, возможно, моя версия такая. Утки их приносят на лапках где-то с других озер, потому что тут на нашем озере их не было. Они появились как-то спонтанно, да. И ага. Живут здесь. Ну, кушать можно. Борешься с ними? Борюсь, по делаю тараньку, да. Даже. А таранька нормально? Жарить пробую. Таранку я приносил сегодня, ну вот. Не, ну как? Приносил. Для... Как обыкновенная рыба, да, как бычок. Как ну, нормальный. Чешуя у нее есть, да? Хотя... Чешуи нет, вот это дело. Она без чешуйщика. Да. Поэтому такая необычная. Мясо страшненькая. Жесткое, да? Мясо как обычное вообще. Эти она, вот. Она хищник получает. Я подстригаю даже вот эти плавники, она эти острые. Вот я порезался даже сегодня, вот эти острые. Это надо ножничками. Я все подстригаю, чищу ножницами, да, состригаю. Вот такой репортаж получился. Ну что-то еще пожелаем, Сережка, кому-то еще. Ну давай. Что пожелаем? Пожелаем мира, добра, так. Окончания войны. Чтобы всем было хорошо, мы победили. За нашу победу. Слава. Отлично, Украине. Сережечка. Так, держать. Так что вот так вот мы встречаемся, хоть не часто, но здесь встречаемся, видимся. Счастливо, и горишка славе Вишенское озеро. Чао, бомбина.